Образцовый ансамбль «Лошкарей Ладушки» примет участие во втором международном фестивале-конкурсе «Брависсимо». Он пройдет в испанской Барселоне. Туда артисты будут добираться долгим путем, практически через всю Европу, из Санкт-Петербурга в Брест, затем через Польшу, Германию, Францию и Испанию. Приглашение на фестиваль-конкурс в Барселоне «Лошкари» получили в прошлом году, во время поездки в Болгарию. По словам руководителя коллектива Галины Дуркиной, в составе группы «10 лошкарей» и солистка вокального ансамбля «Соловейка» Виктория Вокуева. Наши артисты примут участие в двух номинациях – «Инструментальное творчество» и «Вокальное творчество». Для поездки в Барселону уже подготовили концертные номера, в том числе визитную карточку.